Привет всем! Решил изготовить станок ЧПУ и показать, как я это делаю. Зачем и почему. Ну вот в итоге получается такой бардак. Если всего надо подумать, стоит ли оно того или нет. Здесь у нас идет электроника, здесь комплектующие механики. Пока у нас идет доставка, занялся подготовкой эскиза. Это у нас по электронике и механика. Длина вала будет составлять 250. Ждем детали.
Какого хер? И заключение у нас Kindle. Так, для этого возьмем кнопку, она имеет общий плюс. Тот же компьютерный шнур подключим. И шнур питания. Убираем перемычку. Включаем питание. То есть двигатель у нас не работает, пока мы не перейдем на ручной режим. Включаем ручной режим.
Увеличиваем. На этом проверка электроники закончена.
нас очередная посылка из Китая. И вот хотел показать, что заказал для ЧПУ станка. Работа эта у нас долгая, финансов жрет немерено, поэтому станок делается не спеша. Вот такой вот пришел пакетик. Здесь у нас находится гусеница. Я ее называю гусеницей. Вещь, конечно, дорогая, 5 баксов за 1 метр. Можно, конечно, заменить гофрированной трубочкой, но это будет не то. Если делать станок ЧПУ, то надо делать его, как говорится, душой. Это у нас гусеничка 10 на 30 и будет сваживаться. В общем, 1 метра мне будет достаточно. Если что, придется заказать еще дополнительно. Вот такая интересная вещь. Следующая посылка пришла. И произошла очень такая история. Все получилось не так, как хотелось. Сначала я планировал заказать валы круглого, направляющие круглые. Потом, после долгих размышлений, пришел заключение, что если делать, то делать, как говорится, надежно. Это у нас направляющие. Направляющие с двумя подшипниками. Вещь, конечно, дорогая, но чтобы погасить вибрацию, оно того стоит. Это Фибер 15. Сразу заказывал с двумя направляющими. Это направляющий гипс. Естественно, с размером ошибся. Придется или перезаказать, или проектировать станок под эти направляющие. Также у нас еще идет следующие направляющие. Они пришли разными посылками. Так как китаец, наверное, уже знал, что таможенный сбор. Это следующая ось. И последняя. ОСЗ. Упоров нет. Будем обращаться аккуратно, чтобы они не слетели. Ход небольшой, но для Z этого будет вполне достаточно. Ну, на этом пока все. Будем ждать следующих посылок и перепроектировать станок. Всем пока!